395-летие города должно запомниться на долгие годы. Не мудрено, ведь с самого утра и до позднего вечера для люберчан подготовят множество мероприятий. Каждый найдет чем заняться. Малыши смогут принять участие в конкурсе рисунков на асфальте. Для них же выступят вокальные и хореографические коллективы в Наташинском и Центральном парках. Любители здорового образа жизни насладятся парадом спортсменов, спортивных федераций округа и массовым флешмобом. Весь праздничный день для люберчан будет звучать музыка в исполнении оркестров и звезд эстрады. Кроме того, кулинарные ярмарки, дегустации деликатесов, творческие мастер-классы и розыгрыши призов пройдут в самых любимых люберчанами уголках города. Особенный подарок для жителей округа – вертолетное шоу, концерт звезд телеканала ТНТ и праздничный салют. Я с тобой встречаюсь.